Всем привет, дорогие друзья! Я прогуливаюсь по парку и вдруг совершенно случайно вижу, что сидят женщины и смотрят на меня. И я тут же просто буквально без подготовки начинаю читать им стихи. Тебя я вижу, рыжеваты твои кудри, глаза наполнены любовью и добром. Могу с тобой проснуться рано утром, об этом поболтаем мы потом. Меня не раз ты отшивала грубо, орала, что не лапой, мол, и так. Почувствовал твои я запах губы, ну а потом подумал, что дурак. $5. $5 что? Тебе там. О, спасибо огромное. С тобой однажды мы слились воедино. Потом сказала ты, что нужен новый душ. Не смог его купить я скотина, тебе нормальный, нужен новый муж. $10, я считаю. Сказала мне, что мужиков не знаешь вовсе, молчать о них готова только ты. С тобой я проснусь на сенокосе, и выполню я все твои мечты. А ты, красотка, зря надеешься, что я тебя не трону. Зря, да? Я на тебя наброшусь, как орел. Потрогаю твою я снова кожу. Ты только захотела, я ушел.